Туве третий год подряд за время существования ЕГЭ экзамен сдавали не выпускники, а их родители. Такая возможность представилась им благодаря всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Ее организовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, чтобы мамы и папы 11-классников прошли всю экзаменационную процедуру и на личном опыте убедились, что в ней нет ничего страшного. И затем правильно настроили на ЕГЭ своих детей. В этом году мы пригласили помимо родителей, а их у нас пришло около 100 человек, мы пригласили также наших партнеров, членов межведомственного штаба по проведению государственной итоговой аттестации. Потому что не только Министерство образования является участником кампании, экзаменационной кампании. У нас много партнеров, у нас много межведомственных соратников, с кем мы вместе проводим данное мероприятие. Акция называется «Образовательная», то есть показать участникам этой акции, прежде всего родителям, о том, что такое пункт проведения экзамена. И сегодня мы в школе номер один города Кызыла смоделировали пункт проведения экзамена, сделали его наподобие такого же пункта, как будет в основной период, в котором будут принимать участие дети. И все этапы пункта здесь есть. Несмотря на то, что экзамены по русскому языку и математике были понарошку, организаторы учли все процедурные моменты. Перед началом ЕГЭ всех родителей попросили оставить личные вещи в отдельном ящике. В пункт сдачи экзамена можно было пронести только паспорт, черную гелевую ручку и питьевую воду. Для родителей на ЕГЭ отвели 30-40 минут вместо положенных 4 часов. Я являюсь родителем выпускника этого года, поэтому с удовольствием приняла участие в сегодняшней акции. В этой акции я принимаю уже второй раз. В первый раз я пробовала себя в математике, сегодня попробовала себя в русском языке. Надо отметить, что в принципе, наверное, уже наши дети готовятся, поэтому все готовы. И как родитель хочу сказать, что на самом деле ничего здесь страшного нет. Все проходит очень организованно, дается очень много информационного материала. Самое страшное для родителей было то, что все считали, что, наверное, вот это время заполнения включается во время проведения экзамена. На самом деле время дается достаточно много для того, чтобы дети могли посмотреть и сделать свои кимы. Поэтому я считаю, что если дети психологически готовы к этому, я вижу, что школа на самом деле очень хорошо к этому готовится и проводит эти вещи. Поэтому я думаю, что если ребенок готов, то он пройдет это мероприятие достаточно легко. Помимо родителей выпускников, на образовательную акцию были приглашены педагоги из муниципалитетов Тувы, чтобы на примере столицы они могли перенять опыт. Мне очень понравилось, как проводится вот это мероприятие вот нашим Министерством образования нашей республики. Да, участников очень много, было очень интересно. 27 февраля акция «День сдачи ЕГЭ родителями» стартует во всех районах республики.